Как ты? Лэн говорит, что моя скорбь нетипична. В твоей скорби нет ничего нетипичного. Это я во всем виновата. А как же я? Я тоже там был? Я могла его остановить. Нет. Ты не знал, что он начал рано просыпаться. Я мог встать рано утром, выбраться из кроватки и пойти. А ты бы думал, что он крепко спит. Он мог открыть бортик кроватки. Он был один. Доктор Уэйн говорит, что ты хочешь забрать меня домой. Не можешь положиться на других. Обязательно надо плесть. Здесь тебе не помогут. Скорбь. Это не болезнь. Это нормальная, здоровая реакция. Ее нельзя излечить и не нужно. Уэйн говорит, что психотерапевт не должен работать с близкими людьми. В принципе, я с ним согласен, но... Но ты ведь умнее, правда? Я люблю тебя. Нет ничего больнее, чем видеть, как любимый человек страдает от врачебных ошибок. Ни один врач не знает о тебе больше, чем я. Как больно. Я знаю. Это неизбежно. Я тоже хочу умереть. Я тебе не позволю. Так будет продолжаться вечно? Нет. Нет, все изменится. И станет еще хуже. Да, станет. Ты всегда был далек от меня и Ника. Теперь я это понимаю. Очень далек. Ладно. Можешь привести примеры? Черт, это несложно понять. Этим летом ты был ужасно далек. Как муж и как отец. Ты пропустил последнее лето, Ника. Как жаль. Я никогда не была тебе интересна. Только сейчас, когда я стала твоей пациенткой. Может быть, мне нельзя об этом говорить. Ты можешь говорить, о чем пожелаешь. Тебе безразлично, жив твой ребенок или умер. На это у тебя тоже есть умные ответы. Вообще-то я старался для тебя. Тебе нужен был покой для работы. Может быть, я хотела другого. Ты хотела поехать в Эдем с Ником без меня и закончить диссертацию. Но не закончила. Разве нет? Вот видишь,
Ты даже этого не знаешь. Почему ты ее бросила? Это на тебя не похоже. Просто там оказалось, что все это не так уж важно. Как ты сам говорил о моей теме, поверхностно. Я никогда так не говорил. Может быть, другими словами, но хотел сказать именно это. И даже хуже, в чем-то лживый. Понимаю. Нет, не понимаешь. Ты многое понимаешь, только не это.